Здрасте, здрасте. Иду в аптеку. Приболела. Лекарства все повыпивала. Надо пойти в аптеку сходить. А тут как раз снежок пошел. Ну ничего. Подышать свежим воздухом тоже надо. Такая погода. Этот снег идет, тут же тает. Единственное, что-то в мордях уметет. И все. Так больше ничего интересного. Может, фрукты что-то пойти себе купить. Посмотрю. Фрукты ж надо кушать во время болезней, правильно? Какие-то витаминки. Мандарины по 99. Лимонки. Ого. Мне, если честно, ничего не хочется, у меня аппетита нет. Слушайте, смотрите, лошади гуляют. Какая прелесть. Боже, какая прелесть. Беленькая. И черненькая. Вы представляете? Классно. Ой, какая прелесть. Какая красотища. Смотрите, какой красавчик. Класс. Гординку, которую я купила для мамы, ну, отрезали по тому размеру, как надо. Теперь сижу, подшиваю, а потом еще по краешку запущу вот такую вот ленту, ну, чтобы за нее потом цеплять, потому что у нее там крепеж такой, как крабиками, вот так вот цепляется. И поэтому, чтобы не просто вот такой мягкий край был, а вот еще такая вот у меня есть красивая полосочка. Ну, в общем, тоже надо время, знаете, и все края обметать надо. Оно длинное, неудобное. Так что сижу, этим занимаюсь. Ну, все. Гординку подшила со всех сторон. Обработала. Вот такой вот верхний край будет. И все, и будет удобно за нее цепляться. Там такими, как этими крабиками цепляется. Поэтому это как раз подходит так. Ну, все, с гординкой я закончила. К такой погоде еще и тревога. И так пасмурно, и так не очень весело. О, воет. Воет, воет. Значит, что-то летит над нами. А куда оно прилетит?
Это никому не известно, куда она прилетит. Не, ну наверняка цель какая-то есть. Ну а куда эту цель собьют и куда она шмякнется, никто не знает. Может, и мне на голову в какой-то раз шмякнуться. И такое может быть. Что я делаю? Вот из таких вот небольших кусочков, ну где-то тут у меня было полотно побольше, шью штанишки. Это одно полотно. Тут прострачиваю, добавляю кусочки другое. В общем, как бы из кусочков делаю. Но это новая ткань, то есть это не секонд-хенда. Это ткань новая, просто небольшие кусочки. Делаю штанишки теплые. Ну вот штанишки я и пошила. Это я соседке обещала, что я пошью ей штанишки. Это не для меня. Она, ну, дома ей ходить. Дома в тепленьких таких штанах. Это же она мне вот эти обрезки приносила. Ну, вот получается, я тоже вот так вот из кусочков, из разных, уж как где получилось. Сделала два глубоких карманчика, тут резиночку вставила. Ну и пошила для нее. Не знаю, может, сегодня или завтра. Сегодня я неважно себя чувствую. Не хочу уже к человеку нести инфекцию. Вот такие вот штаны. Вот такие вот обрезочки мне соседка приносила. Но я так решила, у меня уже вроде разных и кофточек, и все. Есть куда пошить. И даже не знаю. Она, правда, сама говорит: ой, да ты мне ничего не ши. Знаете, столько есть чего пошить. Ну, ткань, ну, прекрасная такая, вот яркая, красивая, мягкая, теплая. Никто не хочет. Слушайте, кому я не предлагаю, не надо. Тому предлагаю, ой, не надо. Тому предлагаю, ой, не надо мне ничего. Не надо, я говорю, да я бесплатно вам пошью. Не, не надо ничего. Блин, не знаю, зажрались люди или что. Но я все-таки решила пошить, не знаю, захочет, тетя Женя возьмет. Ну, не захочет, оставлю, значит, опять себе. Ну вот, из таких обрезков, вот из кусочков, вот такую вот кофточку пошила. Вон, видно, что она из кусочков, из всех, он сшитый один, перед одним. Понятно, что это где-то на какую-то продажу, естественно, это не выставляться, не будет ничего. Это так для домашнего обихода. Ну вот даже кому-то со своих некому такое шить. Знаете, некому, некому. Даже вот подарить. Просто сказать, на, носи дома. Никому, никому. Все, кто подружки были, все поразъезжались. Все мои, как говорится, дети тоже поразъезжались. Мама говорит тоже, там мне достаточно, мне ничего не надо. Племянник тоже говорит, ой, не надо мне ничего. В общем, я не знаю, у меня самой уже тряпок полно разных. А шить хочется вот такое вот что-то, ну, как... Руки. Это, знаете, как хобби, просто вот как хобби. Вот я села, я когда шью, я вообще отвлекаюсь от всего и не думаю ни о чем, вот это сижу и шью. Даже не главное, какая цель, как там некоторые. Вот ты бы могла зарабатывать. Нет, я уже миллионы раз говорила, что я и деньги – это несовместимые вещи. Деньги меня обходят стороной, непонятным образом. Так что я уже жизнь прожила, а зарабатывать не умею. Я умею только получать удовольствие от своей работы. Ну как, ну красиво, да? Я считаю, красиво.